Hey, yo guys, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру по названию The Borderlands. Это про сиквел. Окей, мы начинаем уже сюжетную миню. Так, стоять, мне нужно свой этот, походу, прокачать. У меня как раз есть на один разик. Что, давайте урон, да, я думаю, докончаем уже. Урон, да. Тебя докачаем, как раз следующий у нас откроется, там проверим, что будем дальше. У нас 20 этих есть лунных камней, я думаю, их нужно потратить. С пользой. Ну, сотку я не буду давать. Слишком много. Что я думаю, это, в принципе, можно прокачать для снайперки. На раз. Да? А. Можно вкачать пистолет и базуку. Там. Так, теперь мы с вами отправляемся. Послушайте объявление службы обеспечения информации. Мэрифа убила? Можете снять штаны и бегать. А, Мэрифа убили. Так, все, поехали. В корпус Титана этот. Блин, у меня что-то с мобильником не так. Он, короче, обновился. У него все функции обновились. Это как-то херь. И теперь таймер не очень удобно так подрубать. Чтобы получить доступ к новым предметам, для модификации нужно получить выполнение определенных заданий или убить определенных противников. Ладно. Если сейчас будет здесь где-то поблизости магазин, я его заюзаю. Я не посмотрел, забитый у меня рюкзак или нет. И здесь мы будем создавать машины с... Так, все. Наговорил. А нет, нормально все. Блин, только мне нужно было сходить в этот положить. Чик-чик-чик, в секретку. Что, поехали. Aren't you the naysayer? Evidently this place became a regular ghost town when Dahl packed up and left after the Krakening. But we just need to get to the power suit section and get things up and running again. Но здесь я вижу все этими, да, заражено. Фу, торки. А там могло расплодить трюки. Надеюсь, они добрались до. Я не хочу с ними драться. Все, где мой камешек? Так, пушка. Да вы надоели. Не, что с пистолета стрелять, что с этого? Тварына. Так, а третьего мне на что? Буду с этой пушки стрелять. Добраться до завода. А, они... Я понял вас. А, так я по 4, да, там трачу? До хера трачу. Так, дверь заблокирована. Может, нужно вернуть ключ? Нам придется искать другой вход. Попробуй тебе помочь. Отлично. Сейчас так оглянись, вы все остались не так много энергии. Так, я пока пойду восстановлю силы. Да-да. Опять враги. Опять враги. Теперь я понял, откуда эти твари вылазят.
Ладно. Этих буду с пистолета убивать. Ну, встань! А живность побольше. Будем с этой пушки убивать. А, я понял. Они одинаковые. Давайте дробовик. Мне есть дробовик? Да, есть. Может, ну нафиг с ними драться? Как я и забыла, как это здорово освободить из новой системы. Так, за этим зданием Фабриса скатывается за ней фабрика роботов. Вручную просто их побью, да и все. Я просто не понимаю, как им критовать. Может, там... Вернее, это больше и больше становится. Ладно. Закрытая дверь. Хорошо, нам нужно... открыть ее. Стрельнуть во что-то, да? Или нет? Готово, готово. О, мод. Камушек. Отлично, я роботов, которые турели. Да ну не, зыритесь между собой. Я вас не трогаю, вы меня не трогаете. Мы с вами просто пойдем куда-то туда. Они там между собой пускай тусуются. Вот знак предупредительный. Осторожно, можно упасть. Так, туда можно как-то попасть, я вижу. Ага. Блин, давайте, ладно, я подышу этим воздухом. Где он там? Фу, какие-то уроды вообще не знакомятся. За входом завода закрыто, может подключиться меня к консоли. Ты приготовишь нас что-то там. Сейчас мне нужно сначала закончить здесь. А, походу мне потом, да, нужно туда? Включилось? Это что такое? Походу моделька врага застряла. Не знаю, куда я пришел. Но это куда-то да пришел.
Так, походу где-то нужно было электричество вырубить. Так, тихо. Нужно на трубу сесть. Ну, странно. По сути, я мог бы это сделать, но она что-то не хочет мне открывать. У нас проблемы с системой безопасности, так сопротивляется изо всех сил. Так что туда, да, пойти теперь надо. Ой, прости, я буду. Что там, дохера этих тварей? А, тю! Их охранять нужно! Ни хрена! But I've gotten to kill only the thing. That's been fun. AG, I'll see you soon. Кто там бьет? Кто там бьет? Все? This door's being a huge pain in my digital ass. There's a jump pad nearby I can activate. Let's use that to get in. It was probably put there by scavs who used pads like that to sneak in and out of Concordia. Понимаю, что он от меня хочет. Да, я делаю то, что как раз мне и нужно сейчас. Прелесть, похоже, с кого установили приманку на гриве, что вы. Готово. Не, фигня все-таки этот. А кабель должен быть подключен к центру расчета, иди вдоль их. Так, они выведут тебя, куда мне нужно. Хороший сундук. Так. Фабрика скатов. А вот и центральное что-то. Он позволяет отключить последнюю электроэнергию, хотя, пожалуй, отключить все и остальное. Они повсюду. Но они меня, походу, не видели, да, еще? Вау! Опасная херовина, на самом деле. Сейчас еще и сдохну. Так, мне нужен шприц с хилом. Так, давайте я мод, наверное, использую. Это хотя бы мод на что? Мод, облик. Жулька. Отлично. А на ты, животное!
животное? А если бы я сейчас сдох? Я просто сдох, что из-за того, что он его добил. Блин, а я их не могу пробить, слушайте, они какие-то живучие. Они пипец живучие. Так, ладно, погнали, вентиль заруб. Да, я все временно помогала банде. But that didn't stop me finding these repulsive scraps of humanity disgusting. Each one you kill is making the universe a cleaner place. И чё я горю? Че я горю? Давай. А где отхил? Что-то я отхила не вижу. Класс. Великолепно. Жужжулька. На уличке был. Каштачок. Просто класс. Великолепно. Да чё они мне так пробивают? А у меня главное на защиту такого ничего нет. У меня только на урон. Ну да. Ну да, как обычно. Да, как обычно. Почему эти закрылись врата? Да пошли. Чего они убегают? Алло, ребят. Готово. Так, сейчас мы выходим с орбиты. А что за херня? А, снова походу лазер запустили. Эта штука снова меня с ума. Да. Мы поняли, захватить наш большой стороны лазер. Золотая звезда. Так, фабрика экскатов, большой зал. Эй, на помощь! Меня держит заперто в главной комнате управления, она прямо в круж. Отсюда. Это скавы меня заживо сожрут, как только поймают, что я тебе это даст. Ага, все вижу. Где он? А, уничтожь скавов. Давай, давай. Пускай задыхаются. Но тот сдох.
модификаторы гранат. Блин, я почему-то переключаюсь, как в КСке. Открой дверь. Как же я рад тебя видеть. Я просто изучал это место, занимался своими новыми проектированием по приручению, и тут такая. Меня зарезали, я еле так убедил их, что я врач. И правда, доктор, но не медицины. Это правда, Джек? Или мне его застрелить? Что, я его знаю. Как тебя зовут? Ой, прошу прощения, я Gladstone Coat, отдел D. Отдел D — это где собраны ученые, работающие на всякой сверхъестественной хрени. Я работаю над экспериментом технологий, и отдел так разрешение мне их использовать, этот завод. А ты что здесь делаешь? Что ж, Gladstone Coat, мне нужно вернуться в Гелиос и отбить здоровый лазер у целой армии странных солдафонов вдаль. Если нам это не удастся, Луна взорвется и унесет с собой пол Пандоры. В общем, все как обычно. Ничего себе! А я думал, что происходит. Так что мы вы здесь делаете? Мне казалось, так обычно тут тусуются на космонавты. Джек хочет построить армию роботов, управляющую моим ИИ, и захватить Гелиос с его помощью. Меня зовут Фелистон, кстати. О, ясно. Там нужен мой прототип. Еще не я не закончу. А, мы будем строить роботов. О каком против? А, да, роботов над этим. Так сказать, неофициальным проектом. Это способные цифровые расили. Какие-то ключевые блоки. Ну и кроме того, мне не хотелось бы, чтобы такое мощное устройство оказалось в их руках. Вы только гляньте на него. Ну давай же начнем. С удовольствием, нам просто нужно собрать все железное устройство и военноброса, и бах! К огню. Это мы уже предусмотрели, для чего нам нужна Фелиста. Что? Установить меня в робота-строителей, у меня были совсем другие планы. О, строитель, клёво. Так, что значит, это противник может цифровые боевых грузовиков, потому что, честно говоря, парень, костюмы эти смотрятся довольно нелепо. Так, круто или нелепо. Кстати, для начала надо собрать прототипы, придется попасть на фабрику роботов через транспортные ворота. Я буду отслеживать систему отсюда. Отлично, вперед на настоящий робот, армию роботов. То есть, мое мнение никому не интересно? Все, что ты, дорогуша, но сделаем из моих грузчиков настоящих убийц. Грузчиков. Кстати, это напоминает мне о том, что последний чувак, который... Гнесса, зачем мне обманывать? Ты хочешь пластинить так луну? А по мне такой, ты молодец, так, короче. Нина, Нина поможет вам. Хорошо, что здесь у нас есть? Ледяные пушки. Ледяные пушки. Так, снайперка. Перезарядка, граната. Ни хрена урон. Разделяется на 7 гранат. Ого. Ого. Там, блин, давайте я возьму, которая делится на 7 гранат. Пушка. Снайперка с огнем. Хорошо. И как далеко мне бежать? А, в принципе... Хрена тут это место огромное. Так, добраться до завода, фабрики роботов. Можно как-то это обойти, чтобы я не дрался с ним? Спасибо. Что шли мои предпочтения. На Гелиосе... Anyway, then I was on my own.
Так, тихо. Что? Так, ладно, не идут. I don't want to count talks before they're hatched, but you know what? I think you're right. Так, ладно, отсюда я перелечу туда. Туда можно пройти. Тут куда-то пролететь. Блин, мне нужен воздух. Не важно, чтобы мне не мешали. Все, те уже точно мешать не будут. Так, они испугались, спрятались. А, к сожалению, то у них есть экспертный костюм. Так, окей. Еще один? Воу, 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 воу. Давай, да без этой херни. Наши боевые грузки будто горзуда. Так. Вы надоели. Сколько вас здесь? Все. Так, забрать. Готово. Патроны купить. Это все продать. Продать, продать. Крит урон. Наперская винтовка, восстановление патронов. Продать. Завод по производству роботов Титан. Давайте, короче, уже в сам завод мы зайдем в следующей серии. Хотя... Посмотрим хотя бы, насколько она большая. На этом основании мы, короче, сами там придумаем. Так, легендарное оружие оранжевого цвета является, как правило, уникальным различным усилением для стрельбы. Titan Robot Production Plant. Спавнер. Так, я тут, короче, подумал. У нас тут уже быстрое перемещение есть. Наконец-то я здесь. Так, это и есть матка моей, так. Да, именно здесь я и роботов, пока... Они пришли с Кавы и не заставили меня Так, стать их врагом, так. А, так это место не такое уж и большое, кажется, да? Или большое?
А, нет, здесь враги. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И до новых встреч, друзья. Всем пока.